с вами Эльвира и Макс. И это передача «Дети в городе». Наш мир стремительно развивается. Сейчас появилось столько много новых и удивительных сфер деятельности. Например, как компьютерные технологии, работа с соцсетями, психология и основы бизнеса. В удивительное время мы живем. Хочется впитывать все знания, как губка. Но как во всем этом научиться прислушиваться к себе и грамотно распределять свое время? Вот об этом мы сегодня узнаем на улице культуры 3, в школе инновационного образования Rainbow. И директор Кристина Коваленко ответит нам на все наши вопросы. Я готова впитывать знания. Кстати, сколько тебе лет? 13. А что? А то, что в школе Rainbow программа полностью адаптирована под 3 возрастных группы. Младшая от 7 до 9 лет. Средняя от 10 до 14. А старшая группа от 15 до 17 лет. А занятия проходят в игровой форме, что позволяет с легкостью освоить материал и закрепить полученные знания. Давай ближе познакомимся со школой. Давай. Впереди нас ждет мастер-класс «Я – личность». Как только вы сделаете первый шаг в школе Rainbow, то начнете свое увлекательное путешествие в мир психологии, бизнеса, интернет-маркетинга и IT-технологий. Во время обучения дети научатся ставить перед собой цели и достигать их, ценить свое и чужое время, получат навык ораторского мастерства и умение строить коммуникацию с разными людьми. Здесь вы найдете новых друзей по интересам, весело используя, проведете время. В школе Rainbow скоро пройдет тренинг. Оп, я зарегистрировалась. Откуда ты узнала? Все очень просто. Заходишь в Facebook на страничку Харьков Rainbow School и следишь за новостями. Там все подробно и доступно написано. А как же зарегистрироваться в Фейсбуке? Мы же в бизнес-школе. Попроси о помощи, и тебя там быстро научат пользоваться социальными сетями. Многие родители скептически относятся к гаджетам в руках у детей. Почему решили сделать упор на инновационное образование? Давай признаем тот факт, что гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы с их помощью общаемся, работаем, развлекаемся, учимся. Также мы хотим, чтобы гаджеты в руках наших детей превратились из игрушек в инструменты для реализации их целей. Бизнес-школа для детей – это что-то новое. Как вы считаете, зачем в столь раннем возрасте изучать основы бизнеса и психологии? Я считаю, что эмоциональный интеллект формируется с раннего возраста. И чем раньше мы начнем обучать наших детей необходимым направлениям, тем быстрее они определятся с выбором своей будущей профессии и добьются успеха. Что больше всего тебе запомнилось на мастер-классе? Как будешь использовать полученные знания в жизни? Мне больше всего понравилось то, как мы соблюдали правила, как мы рисовали. А полученные знания я буду использовать в своей жизни. Валентина, в чем уникальность предмета психология для детей? Психология учит нас, как правильно взаимодействовать с другими людьми, а также учит, как жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Студенты нашей школы смогут правильно взаимодействовать с любым типом людей, правильно устанавливать контакты благодаря специально разработанной программе нашей школы. Большое спасибо!
книгу. Я чуть больше разобралась в себе. Раньше я мечтала открыть свой магазин выпечки. Теперь я знаю, какой нужно сделать первый шаг. А мне понравился интернет-маркетинг. Я понял суть социальных сетей. Кстати, смогу тебе помочь с рекламой магазина? С вами была передача «Дети в городе». Всем пока! О, новое уведомление от Rainbow. Там очередной интересный тренинг намечается. Нужно успеть зарегистрироваться.